Ребятки, всем привет. Я уже на Сходнинской. Вот, вот тут парк. Так что едем по этим паркам до конца. Сворачиваем. Я опять забыл, как называется этот парк. В общем, все увидите. Короче, едем. Так что всем привет, приятного просмотра. В Москве поросли глобальных ливней и гроз. Немного жары. Потом опять обещают. Ливни, грозы. В общем, вот так вот. Как-то так. Нам, по идее, надо до конца. Это бульвар. Я на Раинце. А нам надо дальше. Так, ну, собственно, метро Сходнинского у меня уже позади. А это и есть сам, собственно, бульвар Яна Раинца. Едем по нему до конца. Давно я тут не был. Раньше на Сходне часто ездил. Стап отработал. Серьезно? Все еще в намордниках. Офигеть можно. Так, а потом нам надо будет с вами уходить налево. Грацеевский парк, что ли? Короче, как-то там называется. Я тогда был на Сходнинском ковшу. А тот парк я отложил до следующего. Ну, в общем, это следующее остров. Зомби вообще не смотрят. Не существует велосипедистов, самокатистов, которые вообще всех сшибают. Пухер. Я вообще херею, блядь, что с ними происходит. Лишний раз голову, что ли, повернуть? Для вашей безопасности. Так, в общем, едем правильно. Короче, мне нужен парк Братцева. Хрен выговоришь. В общем, мы едем в этот парк. Как-то так.
Мне надо, конечно, на ту сторону как-то перейти и ехать там, но сейчас я что-нибудь придумаю. Ребятки, здесь заблудиться можно. Пока дворами. Не знаю, правильно я еду, неправильно. Ветерок пошел. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой, лишь бы он ничего не нагнал. Так, ну, в общем, ребятки, все что-то парки закрыты, не знаю, где здесь вход, будем сейчас искать. Так я перелезать не буду. Найдем по-человечески сейчас и заедем. Ну вот, пожалуйста. Нашли все по-человечески. Надо было перелезать. Надо ехать туда, потому что я с правой стороны. Да, немножко потрясет. Меня, по крайней мере. Стоп, наверное, все дело сделает мягко. Ну, в принципе, чего я боялся, то, что здесь будет очень-очень сыро. В принципе, подсохло. Так что это уже как бы радует. Потому что, говорю, в Москве были ливни, как всегда, все затопило и вообще барахло.
Вау! Красота! Ребятки, вот такая вот красота. Конечно, на GoPro это будет далеко, что даже попадает мой вел. Но придется мне приблизиться. Это я все сейчас пока в этом парке. Вот так вот. Но я думаю, там все равно разглядите. Пока еще в этом парке катаюсь. Здесь хоть посвежее, не так жарко, а то время 11:30, уже какая-то жара у нас. О, лавочки появились. Все свободно. Усадьба Щербакова. Так, 17-18 век. Во. Усадьба Ушакова, 15-18 век. Веков. Вот так вот. Щербаков здесь. Слева от меня, кстати, походу, это этот МКАД. Ну, на выезд потихоньку. Едет. Ну, все, ребятки, я выехал. Теперь надо еще умудриться покататься здесь. Особо-то больше и смотреть-то нечего. А перейдем на ту сторону. Ну вот. Это у нас конечный трамвай. Кстати, здесь я был, по-моему, вообще за всю свою жизнь только один раз. Вообще мне надо куда-то туда, потому что трамвай-то круг дает. Мне надо на выезд. Нет, мы сейчас что-нибудь придумаем. А выйдем.
что-то догадываюсь, что это уже даже планер, походу, делает. Ну да. Трамвай на планер, это а-ля депо. Значит, планер. Короче, нехило мы так кружок с вами сделали. Так, да, нам надо направо уходить, сейчас буду как-то пытаться. Посмотрю, как лучше проехать. Хотя можно и по трамваю, чтобы я проехать там вдоль. Можно и так, я так думаю. Так, ребятки, не все так оказывается просто. Я еду как раз нормально. Потому что планерная не позади, а впереди будет метро Скотинская. Планерная будет левее. А я думал наоборот. Потому что там еще депо есть, трамвай. Их тут вот так. Два. Все. А там мы выйдем с вами на этот бульвар. Мы поедем по улице Свободы. В общем, как-то так. Ладно, едем, снимаем. Может, кто-то здесь из моих зрителей, подписчиков живет, то вам привет. Еще у меня завтра намечается тоже такой дальничок. В сторону опять Химкинского леса, но буду уходить в МКАД. То есть там проехаться по... Тоже там парк есть, пляжи. В общем, туда, да, контент 18+, как всегда. В общем, туда. Я же сказал, что я туда еще заеду. Не все, а, так сказать, обследовал. Завтра хочу все-таки поехать туда. Свободу.
там опять туристы. Так, пожалуйста, не обращайте внимания, потому что я на красный проехал. Прямиком на улице Свободы. Вот так понемножку обкатали Шурнинскую, Планерную, весь этот райончик. Что ж ты дергаешься? Да, завтра еще жарче. Не знаю, как я на этот гоняк поеду, но потихоньку как-то доеду. Я надеюсь, конечно, что все получится. Главное, пораньше встать. Нормально она с ребенком. Ребятки, я с вами буду потихоньку прощаться. Я потихоньку почапаю домой. А вам спасибо. Всем пока, ну и, конечно же, еще до следующих покатушек.
да, что-то знакомое. Сейчас главное вывеску какую-нибудь увидеть на домах. Тогда это будет 100%, потому что я правильно еду. Всего это и есть, всего лишь свобода. Просто тут я ее решил проехать всю. Она длинная, на самом деле. Она там по МКАДу идет. МКАД сзади меня, разумеется. Да, свобода, все. Ну все, ребятки, всем пока. До следующих покатушек.